47, this is Diana from Agency. We're all happy you're back doing business for us. This mutual arrangement we made to rescue your friend and mentor, Father Vittorio, means you will have to take care of a number of Mafia members residing at the Villa Borghese, where he is kept hostage in the basement. Prime target is Don Giuliani. Security is not exactly lax. Plenty of guards roaming the mansion compound. However, don't expect to free Vittorio just like that. The Don is running a tight ship, and if alarmed, he will probably kill the hostage and escape. They're used to people coming to pay respect, ransoms or bribes, but they are alerted by unusual activities. Check out the map we have of the grounds. Buena Fortuna, 47. Всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Hitman 2 Silent Assassin. И у нас первая уже такая серьезная миссия. Начинается. Соответственно, здесь... Ой, здесь у нас есть уже система рейтинга. И, как я уже говорил, будем проходить на максимальный, то есть на Silent Assassin. И в целом, за что мне эта игрушка не нравится, на самом деле, как и многим, я думаю, тем, кто не играл на максимальной сложности, я не знаю, на самом деле, как на всех остальных, но на максимальной здесь враги палят ваш бег. То есть, и причем это неважно, вы в костюме своем ли, в костюме кого-то там, не знаю, кого-нибудь там охранника, то есть, например, мы сейчас одного вот охранника уцепим. Кстати, обратите внимание, у меня тут есть хлорофилл, и здесь как он работает. Хлороформ, точнее. Хлороформ, и он здесь как работает? Он здесь работает на время. Точно так же он, соответственно, работает и в Hitman контракты. То есть, ну, там, на самом деле, не хлороформ, там у нас шприц будет уже с таким снотворным, скажем так. Здесь он работает, то есть, на время. То есть, вот сейчас мы его оглушили, вот этого охранника, и сейчас у нас, как бы, начался отсчет, называемый, времени. Пока он у нас не проснется. А иногда они даже палят, когда вы просто рядом с ними проходите. Тоже это так довольно странно, если честно. Но здесь вообще странная вот эта система, как мне кажется, лично обнаружение вот этого всего. Потому что как-то, ну, уж что-то как слишком уж. То есть палят они вас, когда вы бежите, когда вы просто рядом с ними проходите. Ну, все очень даже так довольно странновато. И сейчас в этой миссии нам вообще нужно уничтожить вот этого Дона, как раз, который у нас Витторио забрал. И спасти, соответственно, Витторио, которого он держит в подвале у себя на этой вилле. И миссия, ну, я тут не особо так стал придумывать особые варианты, потому что они так уже в целом все придумали. Все придуманы. В целом в них ничего сложного особо нету. Здесь вы что-то проходите. Именно проходите вот того вот охранника, который у нас там был во дворике. Заходите здесь в дверку. И залезаете тут вот на крышу. И сейчас мы как раз-таки в кабинет этого самого Дона попадем. В общем-то, тут сможем его уже уничтожить. Еще плюс здесь, какие вообще здесь есть варианты, кстати, покинуть эту миссию. Здесь можно взять ключи от машины и на ней въехать. Я этого делать не стал, потому что я просто не знаю, где эти ключи находятся. По-моему, они у брата вот этого Дона как раз-таки находятся. Но усыплять его брата, это как-то сложновато довольно, насколько я так припоминаю. По-моему, я так пробовал делать один раз, но... Во-первых, потому что с ним рядом всегда охрана стоит. Давайте-ка сейчас патрончики заберем. И, в общем-то, пойдемте с нашей этой миссией еще по дороге заглянем в подвал. Как раз-таки к Виктории. Точнее, к этому, к нашему. Викторию, да, зовут?
нашего этого священника. Главное здесь, опять же, не торопиться, потому что времени вам хватит. И да, еще, кстати, что вот, на что ваше внимание хочу обратить, так это то, что вы зажимаете именно кнопку, чтобы максимально кого вот эти вот именно бутылочки, которые у вас, когда вот вы хлороформ используете, они у вас все максимально все 5, то есть пропали. А, потому что если у вас хотя бы одна будет, то он у вас, по сути, сразу же встанет. И это, естественно, не очень так уж прямо хорошо. Ну, ход в подвал у нас, в общем-то, вот здесь. Вот еще плюс также с этой миссией мы утащим винтовку, которая у нас находится, кстати, в гараже, как бонус. И с этой миссией мы, по-моему, еще два сильвербойлера с глушителями получим за рейтинг Silent Assassin, соответственно. Это довольно так хорошо, я вам скажу. Diana, he's not in the basement. They must have moved him. 47, this is Diana from Agency. You're probably right. Recent satellite footage suggests a priest being dragged along by four bearded Russian-looking types in uniform. Вот здесь у нас как раз-таки находится эта самая винтовочка, там у нас висит, ах, она их пока что спит. Так что у нас не спалят. Здесь еще патроны. 45-й. Вот здесь вот она находится, R93. И здесь, по сути, не обязательно возвращать свой костюм, поэтому, по сути, можем даже так пробежаться до выхода. В отличие от Blood Money, то есть там, по-моему, рейтинг урезается, если вы не взяли свой костюм на максимальной сложности. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Артём. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер, приглашайте друзей. Всем, ребят, спасибо и до свидания. Рейтинг Silent Assassin мы получили. Всем пока.